417. Shadow. J7K2. K7. Пропустил Марс. Там Марса почти не было. Я от него быстро избавился, к счастью. О, кстати, хорошая активка на самом деле. Она довольно сильная. Это рума говна. Опа. Пахивает проблемами в этой руме. Большими проблемами пахивает. Ёб твою мать, таком-то худшая нахуй всех больших румов в селлере. Аккуратно. Как мне нахуй на эти румы сегодня везет, пиздец, уже два раза эту ебаную комнату вижу сегодня за день. Конечно, она нахуй мерзительная. Жесть. Денег много. Значит, нужен магазин. Класс, убей их всех. Вот теперь какашки еще не перепутать. О, один выбрался из плена. Из говноплена. Блин, какашки, сука, я путаю, какие из них, кто еще из-за темноты. Ужасно плохо. Так, это опасно, но это хорошо. Заходим теперь жопой сначала вперед. Гений. Ладно. Нет КП. Печально. Ну ладно. Думаю, ничего страшного. И хон поди, да? Нет. О, кстати, хороший босс. Синих подаст. Как раз таким. Что мне надо. Блять, ебаное говно, сука! Чуть на меня его нахуй не запушило. Надо привычку взять это говно вообще нахуй не трогать. Такая тупорылая хуета это говно. Просто невыносимое говнище. Такая ебаная, блять, отдача. Конченая. Типа на толста вообще нельзя это говно трогать. Просто нахуй никогда в жизни. Идете майн брать нельзя никогда в жизни. Просто ёбнутый айтем. Отдача, ну просто абсолютно неконтролируемая никак. Просто ее никак не контролируешь. Из полета он не спасает нихуя. Далеко не все раз спасает от этой отдачи. Это упрощает, как жизнь, но... Ни хера не гарантия. Синяя. До 5 копеек просажусь. Угу. Там секретка сверху, но тут фармить очень не к месту, по-моему. Так, книжки. Умные книжки. Блин, синергии Беттани, я когда-нибудь их запомню еще через 100 лет. Однажды. Но явно не сегодня. Я думаю, пойду с этой книжек. Кажется, она будет здесь оптимально. С текущего говна набора.
Говнокник. Нет ключа. Зачем? Потому что есть херовые. Там есть, например, те, которые тебя дамажат, блядь. Бомбы срут. И пикаком хуярят. Я никогда их не помню. Типа, какие активки вообще нельзя брать с книжкой об Беттани. Именно по этой причине. Я глаз просто не нажимал. Теперь нажал. Он как-то крутится смешно. Смешно. Две дескарты возьму. А вторую найду секретку. Первую уже видел. Так, так. Бесполезный автомат. Бесполезный. Думаю, нож две одинаковые будут хорошие, наверное. Ну да. Хорошие. Мечтай. Уф. Нормально. О, кстати, да. Я опять забыл про эту херню. У меня будет ангел уже первый. Хейлон. Был, конечно, байт на вейфер, но мне кажется, это выбор слабых. Тут все же он не нужен. Теперь можно таблетки съесть, наверное. Угу. Да, давай все плохие таблетки. Окей, спидап, хотя бы шоток нормально. Так, мы на Блюбэри. Упс. А еще красная сверху, да? В смысле контейнер. Ну, который этот, как его... Стеной. Я вот думал про Сокрума, да. Я только из-за Сокрума, может, и взял бы вейфер. Так он нахер не нужен. Мне играть пока особо нечем. И скорость говна была. Но по итогу оказалось, скорость как бы можно было починить. Ладно. Типа Хейла тоже маленький статап, но пофиг. Все равно полезно. Ключ. Ключ. Ой, бля. Ой, бля, автомат, сорян. Ой, сорян. Сорян, конечно, ну да. Боюсь, свечка мне нужна. Кёрсы и так уже надоели за сегодня. Что? А, я прокнул. А, огонек прокает тоже книжку, да? Зачем был огонек? Ты думал, что я как будто нажал активку, она вроде была не заряжена, думаю, как я мог ее нажать. Виз получается прикольный. Прикольный. Хм. Да. Стоп, он от прикосновения прокает сразу. Так это получается имба. Так это получается имба. Ничего себе. При смерти? Мне кажется, он сразу дохнет. От любого контакта. Я его сейчас особо как бы не дамажил, без помощи, он сразу сдох. Ну или так показалось. Может показалось. Типа,
Давай еще раз попробую. То он сразу прокает. Либо там у него хп вообще нет. Типа там одно хп у него. У виспа, но он типа умирает сразу. Как бы удобно получается в этом случае. Да, Рику надо выкидывать. Это правда, я ее пока фармил. Держал. Пока. Трисогионыч. Пусть будет. Это, похоже, будет рана ангелов. Видимо. Ну что, спит хороший, меньше одного, да. Тоже польза. Дамаг найти. И будем вообще чилить. Будем пипи чилить. Ебало ему горзите. Топораж на этом. Мешает фармить. Кстати, дескарта дает висп или нет? Полагаю, нет. Дескарта дескарта. Пошел нахуй. Да пошел ты нахуй, урод. Ух ты. Это тоже, по идее, хорошая синергия на Трисогион давить. Даже, по-моему, вторая слеза будет замедленная. Хотя это будет типа и не видно, но она вроде более медленная. Да, она более медленная, прям видно, что она. Слоушот спидом. Балдёж. Балдёж. Нет, ачивки нет никакой. Просто пасхалка есть, что он что-то может давать за такую механику. За такое действие. О, опять дескарт. Здравствуй, гомичка. Ой, блядь, аккуратно. Ой, бля. Ой, мемная карта, не могу не купить. Лол. Еще три костяных. Со сливкой, да, есть. Со сливкой ачивка, причем... И убить ее надо много раз, и один раз отпустить. О, да. Давай. Когда S5? Не знаю. Когда-нибудь. Ну, по ночам я теперь не стримлю, поэтому вряд ли он вообще, в принципе, будет, потому что вместо стриков я вряд ли буду стримить. Не знаю. Не знаю. Ёп! Моё. Ну и ладно. Здесь. Забей, да я забил. Я уже забил, бро. Ща пух. Вообще пох на эти костяны. Ч, поебать. Но... Все же полагаю, нет. Experimental pill. Привет, Август. Привет, Август в октябре. Ключик. Ну, как бы надо-то выкидывать тринку, а я тринку выкидывать не хочу, поэтому в пизду этот ключик. Специально, да потому что...
Не знаю. Потому что не похуй уже на этот тран. Потому что костяные не люблю. Хотя на самом деле тут плевать бада. Если он красный до хера, я вряд ли здесь буду играть на полароиде. В этом забеге. Очень маловероятно. Бустраж. Кстати, да. Я даже не думал, что я могу успеть на бустраж в этом забеге. Он кажется довольно хуёвым ран. По итогу выглядит нормально. Довольно шустро идем. У. Буква У. А, у меня так 100%, у меня нет сделок вообще. Ну. Где? Я пропустил, да, наверное, уже? Тут нету... Санкарта на сундук. Эти блядские шипы я точно нахуй по ним пройду. Видит бог, пройду. Вот она. Надо не забыть за санкарты вернуться, она мне может пригодиться. Криво поставил, еблан. Ладно. Блядские шипы. Блядские шипы. Иди нахер. Дайте полет. Так. Бах. Бах нахуй. Берем полароид. Полароид берем. Ну, должен быть ангел опять. По идее. По идее, ангел. Ангел. Говнище ангел. Здесь у нас так два муха. Пальчик. Муха. Выбор, конечно, потрясающий. Но что-то ТЭК-2 я не думаю, что стоит того. ТЭК-2. Правда, цемент есть. Если будет уголь потом, то ТЭК-2 может быть очень даже в тему. Если будет уголь. Под цемент тупо я не знаю, мне кажется. Такое себе. Ну, палец тоже много не даст, с другой стороны. Ладно. Еще блин, ХП отнимает твари. Еще и не бесплатно нихера. Нимб? Какой нимб? А, ты про мух? Да не, у меня одна орбиталка есть, мне хватит, наверное. Называется, захотел айтемов получше, поэтому пошел с ноутринкетом, чтоб мне давали пассивки приятные. С какой книжкой? Книжка ничего не делает на дьявола. Она никак не влияет на шанс дьявола. Или о какой книжке речь? Ёпта. 4 урона. А, Беттани, да, Беттани влияет на ангела. Кстати, книжка Беттани, то у тебя всегда шанс на ангела есть, даже если ты залучил. То есть ты не можешь остаться только на дьяволах, слишком об это не. Ёпта! Все-таки когда она маленькая получила, душновато под конец дня. Вы что-нибудь по лайтовее. Но пойдет. Даже труму прошел. Значит, пока еще я в порядке. Пока эту руму я прохожу, значит, пока еще не совсем уплыву. Жить можно. Ага. О, да. Завози.
Я сейчас реально от Крампуса бы не отказался, если он даст уголь. И без угля Крампус пусть нахуй идет. И там, по идее, уголь должен быть, потому что вроде No Trinket должен Крампуса аффектить. По-моему, должен работать. Там есть какие-то исключения, по-моему. Но вроде на Крампуса должен работать. Так что там по-любому будет уголь, если будет Крампус. И это мне очень сильно билдбафнет. Прям очень сильно. Ну так а я про лазеры говорю, у меня лазер будет пиздец мощный. Тогда-то. Он будет очень мощный. Я в курсах, что этот Трисагион не работает. Четыре урона ран. Ну на самом деле он не особо и слабый. Как бы вроде 4 урона, а вроде нормально. Вроде живем. И мальчикам. Чисто формально, конечно, их можно зафармить на полароиде, но я так не хочу с на карту тратить до сундука. Так не хочу этого делать. Ну да, и шот спидап, я не хочу шот спидап. Не, я, конечно, могу это сделать. Там красное есть. Может, и так хп найду. Раз. Нельзя, ага. Пэтфон. Прикольно. Прикольно. Нет, бегать копанил мне пока еще не предлагали. Нахуя это делать? Какая коп ванила, что? Уф, на грани. Уф, на грани. Тут прям надо аккуратно. Ну типа, если нет, то я думаю нет, я не буду всё с карту въебать. Да, с этим треком не тебе тоже правда. Синхрон произошел с реальным миром. Так, как бы это сделать максимально. Я не хотел это брать. Похуй. А, тут вообще не будет нихуя. Серьезно? Вы серьезно? Вообще ни одного хп красного? Половина, блядь. Что? Блядь, да вы угораете. Я потеряю синее, да, сейчас сверху, если его буду фармить. Я думаю, я синее потеряю. Ой, ну и кал, короче, пошли отсюда. Пофармил, называется. Да чего его взрывать, он нихера не даст. Только паука мне еще на голову насрет. Ну да. Санкарта мне нужна на сундук. Не собираюсь их санкарты еще фармить. Мне все еще нихуя при этом не дали. Она нихуя не дается на карту. Она буквально даст еще один прогон и все. И еще один полароид прок. Ебаный выезд. Так, ключей уже не хватает маленько. Или хватает. Или, может быть, хватает. Нахер. Нихуя не пробежал. Ладно. Понадеялся, что пробегу. Понадеялся. Это будет довольно хуёвый кафедрал, если будет такой билд. Так смотрю на это все. Это будет довольно слабенький кафедрал.
О, опять чап без жопы орёт. Почему больно? Больно орать без жопы. Как же его просто обрубили, а? Кто с ним такое сделал? Кто ему жопу оторвал? Килберн, что ли? Вроде раньше не было такого чаба, я не помню таких чабов. Типа с жопой отгрызанной. Жал раны. Да ёпта, я блядь, очкую из-за того, что думаю, что урон получаю. Это виз попробует бетане с книжки. Ты я черный хп сливаю, у меня нет черных хп при этом. Давай ирония. Не надо этого делать. А, и сделки нет. Ну, пошел я нахуй, естественно, нахуя мне сделка. Чудовищно хуёвый забег. В плане сделок-то уж точно. Не знаю, где она. Не хочу ее искать, наверное. Привет, турбо. Ладно. Нам наверх. Думаю, дойду до Айзека нормально, но на Айзеке не знаю, как там файт будет идти с этими статами. Нет, здесь серьезно. Ай, даже этого виспа нет, эх. На эту говнокомнату. Ёпта. Этоши. Свечки, умрите. Thanks for good luck. А вот your thing lost tricks going, Тоша. So on set we did PB. Is it like 8 or 9? 99? What do you have now? Thanks for the resub. Discount? No, but I mean, whatever works for you, man. You'll be fine with me anyway. Thanks for the resub. Thanks for 27 months. Oh, you're at 9. Nice. Almost in double digits. Already pretty cool. Hope you'll get there. Могу от рейнджа играть. О да, о да, о да. Хорошая комната. Как ее проходить? Просто далеко от них стоять. Они будут умирать сегодня вообще или нет? У меня 4 дамага, но типа серьезно. Они вообще не будут умирать. Так 20 решает, я бомбы хорошо хотя бы отталкиваю. Надо реально играть этой ёбаной штукой. Ребром надо реально играть. Охренеть. Ух-ху-ху. Меченые. Кстати, бомб мало даже. Даже бомб нет. Что-то взрывать искать. Ладно, пепси, балдёж. Ой, бля. Бля. Тихо. Дай! Там тоже был лич. Я его не видел. А?
нахер. Нет, да, спектрала? Не, нету. Уф. Есть? Нет. Угу. Что-то душноватый забег-то получается. Нахер. Блин, зло не умирает нихуя, печально. Не хватает дэмэджа. Еще глаза умирали. Блять, нахуй это делаю. Угу. Ну, что-то мне мальчик может дать, интересно. Предположим. Он сдался как-то быстро в этот раз. Стоит ли, кстати, санкарту беречь в сундуке? Я даже не уверен, что стоит ее нажимать сразу, ради маппинга чисто. Сейчас в сундуке могут задушить на самом деле. Но если я типа не угадаю, куда идти, то тоже может быть плохо при этом. Сложно. Это уже какие-то сложные решения начинаются реально. Блять, как же мне это бесит, анимация гонька этого. Раз думал, как будто поебал получил. Дома где-то в... в Питере, не знаю. Где-то в заводе. Дома где-то. Это мой стартовый, да, по-моему, дома был. Нет, я взял Хейла. Кстати, я взял Хейла. У меня один дэмэдж ап, это был Хейла. И я мог взять типа вейфер вместо Хейла. И по факту, может, это было бы все-таки лучше. Хотя бы с вейфером я бы вряд ли бы тут... думал, в принципе, о смерти в этом забеге. Так реально приходится думать, что реально можно умереть. Потому что дэмэджа вообще нет. И хп ни хера нет. Ну, хп то есть есть, но оно как бы просто может быстро кончиться. По сути. Но сундуки будут, там что-то может упадет. Как будто DPS хватает, но прям хватает на грани. Прям на грани. Может быть, и хватает. Может быть, я... недооцениваю этот билд. Это, кстати, я не знаю, это будет работать, возможно, нет. The sun. Дорога не сильно близкая. Кстати, смешная это секретка первая. Если был бы телепорт. Забавно. Так близко от босса. Пускай даже их убить не могу. Они почти на меня успели загреться. Охренеть. Даже простых не могу убить мобов. Жуть. Просто жуть. Не, вроде норм. Нормально. Ай, блять. Атаку не понял. Еще муха мощнее моего билда, который от урона прокает. И это нихуя не шутка. Но сильнее моего билда вместе взятого. Ну да. Это было наивно даже пытаться делать.
Это было немного наивно с моей стороны. Ты можешь хватит старать своими косами, уёбок. Нассал. Уф. Нашел местечко, чтобы пройти. Черная. Окей. А, у меня бытовой тирает, 1.8 тирает, подожди, почему? А, потому что... Так 2, окей, это из-за так 2. Хорошо. Да, из-за лазера. Ладно, здесь уже явно пройдется. Ты муха играть, хочется, но капец быстрая. За нихера угонишься. Очень кусает сильно. Она очень сильно кусает. Да. Да, она капец сильно. Причем я путаю его муху с моей мухой. Она тоже белая, это уже похоже визуально. Ладно. Таран быстро, но что-то душно, но быстрый. Ладно, 417.